А это, девушки, у меня одна розетка. А, сейчас две. Вы хотите сняться и репетировать или где? Они хотят репетировать. Просто репетировать? А головы не будете свои снимать? Будут, конечно, снимать. Но надо поближе, мне не видно. Вы подойдите там. Таня, быстро подойди ко мне. Молодец. Стой тут, крутись. Вот родинку на губке дай снять. Такая мнительная. Алиска. Алиска, карман. Алиска. Качулочка хорошая. Вот я хотел такую челку сделать еще месяц назад. Она отказалась. Месяц назад она еще была не готова. Вы мне не так сказали, я вам не сказала. Надо же включить там. Все, все включаю. Вау! На, снимай, свет. Снимай, пожалуйста. Ну только ты смотри, там лампочка. Где? Батарейки. Где лампочка должна быть? Там вот. Показывает заряд батарейки. Тань, да вот, следи. Там у нее три степени. Заряжена, средняя и мало. Куда ты хочешь сказать? Я двери не буду. Ваш друг меня еле-еле застал. А это, больше не надо решать, только мне нужно. Блин, откуда снимать? Чему? Только там, где стоишь, свет. Зачем? Достаньте там, где была. Нельзя снимать на свет. А так не будет Олеську видно совсем. Ну, так не будет. А где кто? Не будет ничего видно. Отсвечивать будет. Thank you.
провинции, модельер-конструктор Каструбина Ирина. В технике макраме работали Чернова Елена Владимировна и ученица 4 А-класса Никифорова Анна. Прически выполнили мастера парикмахерской «Красотка». Приглашается следующий участник нашего конкурса. Это театр «Розно». Значит, видите, нас заметили, даже оттуда. Что ты говоришь? Точно, даже оттуда.